67. Бартали сейчас будет подавать новыми мячами. Посмотрим, поможет ей или нет. 2-5 она уступает во второй партии. Ох, какой розыгрыш выигрывает Мирон Бартали. Как вот ювелирно просто действовал Джинзе. Но вот последний, конечно, вот этот удар не удался у китайской теннисистки. Опять-таки надо было пожестче с лета играть. Но хотела она, видимо, очень так ювелирно выполнить этот удар. Но Бартали, конечно, вот